Появилось у нас солнышко. Солнечно. Очень солнечно и становится намного теплее. Народу очень много гуляющих. Все сидели дома в непогоду. Теперь можно и погулять. Сломали вот эту площадку, скейт-площадку, где дети катались на самокатах. Соскучился по гуляниям. Сегодня очень-очень солнечно и много-много гуляющих. Ну и праздничные дни, что дома-то сидеть? Все правильно. Остатки роскоши. Роскоши снежной остатки. Такая вот горка, которая еще все-таки радует детей. Прудик весь замерз. А вон там, вон, черепа. Да? А вон, вон, вон. А, точно. Черепашки проснулись и греются на солнышке. Я-то думала, что они погибли, потому что прудик был сильно замерзший. Вот она.